Мне кажется, какого-то прям супер секрета нет. Самое главное — это учиться, выполнять все домашнее задание. И я думаю, что набрала 100 баллов именно потому, что я с самого детства очень много читала. Я научилась читать довольно-таки рано, еще в детском саду, где-то, может быть, в 5 лет. И я всегда читала, нам давали на лето список литературы, я читала абсолютно все книги. Поэтому, ребята, если хотите написать ЕГЭ на 100 баллов, ну, именно по русскому языку, то как можно больше читайте, потому что это развивает и воображение, и грамотность. И так как во всех практически экзаменах есть письменные работы, то это очень помогает писать.